16 сентября. Воспрять духа. Я член Наранона, и мне 15 лет. Когда наркотики и алкоголь впервые появились в моей семье, я находилась в отрицании. Я долго не обращала внимания на бутылки в холодильнике, на то, что долгими бесконечными часами мать пребывала в полусне, на то, что в ее сумочке все время лежали какие-то таблетки от депрессии. Я чувствовала себя подавленной и беспомощной, и у меня не было сил замечать все это. Однажды мать ушла от нас. Она бросила моего маленького брата и меня. Она предала нас. И именно тогда моя бабушка, которая очень близка и дорога мне, сообщила нам, что моя мать больна наркоманией. Случилось то, чего я больше всего боялась. Теперь я понимаю, что мать предпочла бегство от проблем и от жизни. Она употребляла наркотики, чтобы убежать от реальности. Сегодня я могу искренне сказать, что Наранон изменил мою жизнь и мой взгляд на эту проблему. Сегодня я знаю, что моя мать – больной человек, и я могу простить ей ту боль, которую она причиняла мне своим уходом. Я узнала, что бессильна перед ее болезнью, что должна отпустить ее и предоставить все Богу. Поступая так, я обретаю умиротворение и радость вместо отчаяния и тоски. Я сильно скучаю по своей матери и надеюсь, что однажды она станет выздоравливать и вернется, чтобы увидеть меня и принять участие в моей жизни. А пока я продолжаю учиться в школе и продолжаю работать по программе Наранона. Сегодня у меня есть надежда на лучшее будущее. Размышления на сегодня. На Раноне я учусь прощать, отпускать и двигаться вперед в своей жизни. Цитата. Сегодня я буду двигаться вперед в своей жизни, несмотря на то, что делают или не делают другие. Я буду помнить, что необходимо перейти мост, ведущий к лучшей жизни, даже если для того, чтобы сделать это, я должна буду оставить других позади. И я не буду чувствовать себя виноватой, мне не будет стыдно. Я знаю, что то место, где я теперь, лучше всего подходит для меня. И мне предназначено быть здесь. Мелоди Ричи.